Всем привет! Меня зовут Юля, и я тренер клуба Frau Fitness. Сегодня я вам покажу топ упражнений с резинкой. Нам понадобится резинка. Одеваем ее на уровне щиколотки. Первое упражнение будет на ягодицу. Исходное положение. Корпус ровно, лопатки сведены. Немного опускаем корпус и начинаем делать мат в сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. То же самое со стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Следующее упражнение будет тяга. Мы с вами встаем на резиночку. Можно одной ногой, можно двумя. Я сделаю это одной. Начинаем толкать таз назад, корпус опускаем вперед. Раз. Чувствуем растяжение на задней поверхности бедра. Три. Четыре. Живот подтянут. Пять. Шесть. Семь. Спина всегда ровная. Девять. Десять. 11, 12, 13, 14, 15. Следующее упражнение будет приседание в проход. Одеваем резинку на уровне голени. Корпус держим ровно, таз отводим назад, колени разводим. Начинаем делать шаг. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Живот подтянут. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Сейчас мы плавно перейдем с вами на упражнение для спины. Первое будет упражнение – это тяга одной руки пояса. Мы с вами встаем ножкой на резинку, корпус опускаем вперед, спинка ровная, и начинаем тянуть с вами лопатку, сводя ее ближе к позвоночнику. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15. То же самое делаем со второй ножкой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Следующее упражнение у нас на спинку. Мы с вами ложимся на живот. Берем резинку, одеваем на большие пальцы. Полностью прижимаемся к полу, либо коврику. И начинаем подтягивать лопатки ближе к позвоночнику. Два. Три. Растягивай резинку. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Итак, сегодня вы увидели топ упражнений с резинкой, повторяйте их и будете здоровы. Повтор вы можете посмотреть на сайте Astrofin24 или в соцсетях Frau Fitness. Пока-пока!